Я Олег Пашинин, и большая часть моей жизни связана с «Локомотивом». Как и в каждой семье, у нас бывали как непростые времена, так и те, которые мы вспоминаем с особой теплотой. На протяжении всей карьеры игроки моего поколения всегда чувствовали беззаветную поддержку трибун. Это придавало нам силы даже в самые трудные дни. Я очень хочу, чтобы и футболисты сегодняшнего «Локомотива» тоже смогли испытать те эмоции, которые дарят полные трибуны родного стадиона. Я знаю, что для этого каждому из нас предстоит выложиться на 100%. Поверьте, мы к этому готовы. И сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка. Ждем вас на трибунах.